Это африканский бородавочник. Он буквально прирос к трубе и ждет, когда его покормят. Сейчас покормим. Поймал еду. Сюда, видно, уже кто-то добрался. Чудо какие. Ну, я не могу сказать, что он красивый. Он оригинальный очень. Я, к сожалению, не вижу, что я там снимаю. Я пытаюсь между прутьев решетки попасть камерой, чтобы было видно. Непонятно, видно или нет. Ну, вот он там ловит и ест. Жует. Да? Еще чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть. Нифига не видно. Что я там снимаю? Это вот единственный минус, что решетки мешают показать животное.